По реформе я бы вот избегал таких тотальных негативных оценок. Потому что эксперимент, например, с патрульной полицией, при всей его неоднозначности, там опыта не хватает, профессионализма не хватает, но плюс, на мой взгляд, мощнейший, там нет коррупции. В ГАИ символ коррупции, а тут ситуация все-таки совсем другая. Они пытаются хотя бы работать по-новому. Что касается вот профессиональных подразделений, криминальной полиции и многое другое, тут проблема очевидная. И реформы полноценной не получилось. И это вот ответственность Авакова, потому что он, как политический министр, должен обеспечивать продвижение реформы и ее эффективность. Кадровая политика и так далее. Теперь, что касается вот убийства Шеремета, я думаю, что профессионалы, которые работают для милиции, прекрасно знают. Есть убийства, особенно вот заказные убийства, которые бывают вообще не расследуются. Да. Тут, бывают такие ситуации. И здесь очень сложная ситуация. Поэтому я бы вот не обобщал все эти. А вот то, что случилось в Княжичах и многие другие инциденты, это действительно прямая ответственность руководства МВД. Здесь есть и ответственность политическая, и думаю, что должна быть обязательно ответственность правовая.